проходил всю жизнь на остановке. Но жестко нам оставалось, а немножко правда. И это правда в том, что катер наш причалил так-то. Мы наслаждались дождем, пока другие мокли. Ты сделала мою весну, а я не знаю, смог ли застроить, несмотря на все это. Любовный кампус кого-то разлучает, боль нас разлучит. Буковский тоже пишу, но не с таким уж воском. И кто с ним? Прежде супермаркет, на пандус. Я буду помнить, ты будешь помнить наш 5 августа. Наше 31-е число, как напоминание вместо слов. О чем клизнуло нам, сколько раз не помню. Если скоро скроет вам. Да, это мои подписчики. Наши соки. Спасибо большое за ваши две песни, которые вы нам спели. Примерно всех девушка. Перед сердца, без меня не парень.
Подруга не хочет засветиться, у подруги все нормально с Инстаграмом. Так что не надо такие вещи писать. Если бы хотела засветиться, я бы уже недавно в историях бы мелькала. Можно подумать головой. Просто добрый вечер всем моим подписчикам, все люди со мной. Да? Они есть.
как тебе это висят. Только говорили мне на него зови, а чуть меньше папа любишь, больше радуйся ты. Папа не покой, ты сын не дурай, у него уже сердце всегда ниже нуля. Папа не покой, ты никогда не влияй, папа не поправал, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Папа не покой, ты сын не дурай, у него уже сердце всегда ниже нуля. Спроси, на кого я похож? Ребят, на кого он похож? Он мне очень кого-то напоминает. Пока не отвечаем, мы споем. Подружка, я с Арбатом уехала с ней.
Слушай, мы очень похожи. Да? Да. Серьезно? По характеру очень. Где? Все, со мной. А, да? Да. Как мы одни остались в этом зале. Мы? Да. А Женя? Да. Да. Мы не двойняшки, не близнецы, мы няшки просто. Да. Нет, нет, не двойняшки, просто няшки. Давай со мной, Мия. А ты куда ты сосредоточишь, моя? Потому что только мы поем. Только мы. Только мы поем. Город собачий есть еще. Я не знаю такую. Давай слава, а я нет. Да. А я хочу слава. Кабачок без молока. Капучино. Есть лобода капучино. Дай твой, давай, на. Кстати, у меня есть американо песни, есть молоко. Есть капучино, да, с молоком. Есть капучино. И... Скоро я снова переболею. Зачем тебе другая, если не моя? Зачем тебе другая? Американо обжигает мое горло, вспоминает тебя молодого. Ты не вернешься, ведь ты пьешь за живого, да? А вернешься на холоде, на холоде. Американо обжигает мои нервы, и вспоминает тебя снова.
снова с вами первая. Но все становится как вода родниковая. Этой ночью обсловно холодно. Я не знаю, нам прям стало тепло, когда вы это будете спели. О, конечно, я ты взгрустнул. Я не знаю, я пойду рубашку с него, мне настолько тепло. Какую следующую споем? Вот если спеть следующую песню «Лавода молоко», получится как раз то, что вы хотели изначально. Как вообще нихера не помогает петь. Серьезные вещи, да? Ну так, порассуждать. Ага. Как могли эту песню отправить на Евровидение? Можно? Так. О, давай с тобой споем «Круга». «Круга»? Какую песню? Ну, какую-то. «Золотые купола». Да? Дуэтную, наверное, хочется. «Тебе моя последняя любовь». «Тебе моя последняя любовь». Под
подписчики хотят Лолиту. Ну давай мы сначала Круга, а потом Лолиту. Тебе моя последняя любовь. Прошу поверить, потише с ним.